Яруня. Яруня – это просто мамкин шмоточник. Сколько мы помним, он все время по шмоткам. Вот куда? Ярик, пошли гулять. Куда? Поехали за шмотками. Он пришел к нам в 7 классе. Помню вот эту его челочку. Такой вечно женоподобный был. Когда-то в детстве пришел, у меня появился такой очень профессиональный фотоаппарат на 6 мегапикселей. И он пришел, он купил новую кожанку и пришел и говорит: засними меня, я хочу фотки. Ну, мне пришлось его на фоне его двери входной снимать. Это было очень прикольно. Все время звал меня погулять, только чтобы я его пофоткал. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Ну, Ярик шмоточник. Ну, это человек, который часто выступает на сцене в роли ведущего или просто каким-то там ассистентом чего-то. В этот чудесный осенний прекрасный день мы хотим поздравить нашу. Вот, его часто можно увидеть на сцене. Я, как человек, который редко там бывает, однажды побывал там. Ну, это, конечно, не та история, которую нужно рассказывать детям, там, или чтобы они ее знали родители, но я все равно ее расскажу. Значит, у нас был алкоголь, и это было что-то там, где было 40% спирта. Вот, в зале много всяких заучей, директор сидел, классный руководитель. Тут и подходит Ярик ко мне. Мы стоим за кулисами, говорит, типа, будешь? Ну, давай. Мы, в общем, вышли за кулисы, там еще дальше. Короче, сели, взяли стаканчики, ну, выпили для храбрости 100 грамм фронтовых. Ну, это все происходит, там какой-то концерт выступает, а мы там за кулисами пьем. Потом буквально через пару минут подходит еще, ну, давай, типа, выпьем. Вот, это было весело. Я выступал тогда первый раз, по-моему. Ходил все время с девочками по магазинам. Ну, в общем, нам, пацанам, он внимания не уделял. Он все время был с девочками. И они его все время держали во френд-зоне. Но все равно он всегда был нашим другом. И мы всегда втроем дружили, дружим и будем дружить.